Красный платок на голове и черная краска на зубах. Активисты движения «Витсич» пришли к зданию СБУ в образе пенсионерок, активно поддерживающих репрессивный советский режим. Мнимые старушки распевали гимн СССР, требовали вернуть Советский Союз и заявляли, что СБУ полностью на их стороне. Союз нерушимый, республик свободный, удивила навеки Великая Русь. Таким образом, «Витсич» хотела выразить возмущение пассивностью СБУ в деле очищения украинского информационного пространства от так называемых «артистов-рашистов» и других враждебных Украине лиц. По словам организатора мероприятия, общественной активистки Екатерины Чепуры, движение «Витсич» передало в Министерство культуры список активистов, состоящий из 600 человек, в разное время отличившихся антиукраинскими высказываниями или действиями. Російські актори і в тому числі українські, які підтримали анексію Криму або підтримують війну. Але переважно це, звісно, не тільки актори, співаки, телеведучі. Однако, как сообщила Минкультуры, Служба безопасности Украины сильно урезала список, и на данный момент в нем находится всего 40 человек. Активисты не согласны, они считают, что СБУ халтурит. Мы сегодня пришли до СБУ, вимагати від них виконувати свою роботу нарешті і захистити наш інформаційний простір від цих людей. Акция «Вернем все взад» получилась яркой и насыщенной. Колоритные бабушки привлекли песнями и танцами многочисленных прохожих. Неравнодушные горожане не только наблюдали за перформансом, но и рассказали, что, по их мнению, нужно сделать, чтобы рашистская культура быстрее исчезла из украинского медиапространства. Делайте, вкладывайтесь в украинскую культуру, в украинскую речь, во все, популяризируйте это, и все, больше ничего не надо будет делать. Акция продолжилась в здании СБУ под дверями приемной граждан. Ожидая своей очереди, старушки активно обсуждали, почему российские сериалы лучше зарубежных, и вновь распевали советские песни. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. В заключение представления активисты подали коллективное заявление с требованием сформировать исчерпывающий перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, с учетом списка, составленного гражданским движением «Витсич».